Самара продолжает готовиться к новому отопительному сезону. В этом году работы по замене теплоносителя проводят на 24 локациях. Городские власти выполнение подрядчиками своих обязательств держат на контроле. Еженедельно в департаменте городского хозяйства и экологии профильные службы отчитываются о проделанной работе. Сейчас все идет по плану. Общий процент исполнения приближается у нас к 85%. Вот. Есть сложные объекты, которые сейчас связаны с перекрытием. Ну, тоже они идут в плановом порядке, но, однако, мы за ними следим отдельно. В частности, это Антонова, Овсеенко, Иван Булкина, Фадеева и Нововокзальная, там, где связано с перекрытием дорог, на которых ходит общественный транспорт. Жители города просят с пониманием относиться к необходимости реконструкции теплосетей и заранее планировать свои маршруты. На особом контроле находятся участки рядом с социальными объектами – детскими садами, школами и поликлиниками. По этим адресам ремонт теплотрасс должен быть завершен до 20 августа. К отопительному сезону в Самаре также готовят котельные в многоквартирных домах, после чего информация о готовности объектов вносится в электронные базы, сервисы ГИС ЖКХ и электронное ЖКХ. У нас начался плановый совместный период проверок МКД совместно с ГЖИ. Этого раньше никогда не было. Вот 50% МКД тоже здесь уже работа началась, прям буквально с 1 августа. Но здесь только начало пути, что называется, пока говорить о результатах рано, но при этом мы все равно на этом заостряем, чтобы МКД и замы глав районов обязательно в этом не только участвовали, но и держали под контролем. В этом году планируют обновить свыше 14 километров теплосетей. На текущий момент 6 объектов в городе технически готовы к новому отопительному сезону. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.